года в Видновской школе номер 7 существует детский театральный коллектив «Окна». Два раза в год ребята ставят новые спектакли. В этом году выбор пал на творчество Оскара Уальда. Руководитель студии Андрей Коршунов выбрал сказку «Мальчик-звезда». Сама сказка Оскара Уальда очень глубокая. Она, в принципе, даже не для детей, а для взрослых. Потому что там затрагиваются аспекты нравственности, доброты, отношения друг к другу, что такое настоящая дружба. И я подумал, что применительно этого материала для детей будет очень полезно рассказать им, как вести себя со своими друзьями, как научиться не задаваться. Обычно спектакли юные актеры показывают в своей школе, но бывает у них и сезон гастролей. В этот раз площадкой стал районный историко-культурный центр. В зале «Аншлаг» здесь собрались ученики младших классов нескольких видновских учебных учреждений. Несмотря на возраст, сказку публика восприняла очень серьезно. Дети внимательно наблюдали за действием на сцене. И самое главное, смысл произведения был понятен каждому. Мы поняли, что надо быть некрасивым, а добрым. Добрым, относиться к другим людям, любя. Красота в жизни – это не важно. Важно – это какая красота у тебя в душе, а не снаружи. Мне очень понравился этот спектакль, потому что в нем рассказывается, насколько человек бывает иногда зло, когда добрый. И это не значит, что если он нищий, то надо бросать человека. Не важно, как он выглядит. Главное, чтобы в душе было у него хорошо. Все актеры коллектива «Окна» к исполнению своих ролей подошли весьма ответственно. На сцене не было ни одного конфуза. Каждый ребенок попытался прочувствовать своего героя. Уверенности добавили костюмы, работе над которыми уделили немало внимания. Главную роль в спектакле сыграл Глеб Кольчевский. У меня такой же и так всегда характер. Ну, так что мне было легко. Вот не знаю, вот кому-либо будет сложнее, но мне легко было. Спектакль «Мальчик-звезда» состоялся в рамках программы историко-культурного центра «Детская история». Не первый год сотрудники учреждения работают над тем, чтобы прививать малышам любовь к искусству и воспитывать в них хороший вкус. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.